Спрашивали меня, что я увлекаюсь, какие хобби есть у меня. Я люблю, конечно, и в пинг-понг поиграть, и в нарды, и бильярд, если это можно назвать хобби, хотя это, ну да, хобби, спорт, хобби. И еще я стал коллекционировать львов. Вы мне часто дарили картины со львами, из бусинок, из бисера, и просто нарисовано львов. И что-то я думаю, а что, я же под знаком льва рожденный, у меня майк полно со львом. И вот мне такие львушки здесь появились. И вы мне их дарите, но чаще сам привожу с гастролей. Вот, например, вот этого льва я увидел в Марокко, в Африке, в кабинете моего знакомого. Я выразил восторг по вот этой скульптуре, он тяжелый такой прям. И что вы думали, через месяц мне звонок из серии в дверь, здрасте, вам посылка. Я открываю посылку, а там вот это вот лежит. Прикиньте, из Африки мне привезли, так приятно было. А вот это, ой, это тоже тяжелое, тяжеленькое. Ну, это типа венецианский лев, с кинофестиваля венецианского. Я его купил в Ульяновске. А материал этот, из чего он сделал камень, он называется симбирит. А слово Симбирск, Ульяновск, по-старому Симбирск, он добывается только вот там. Железноводское, это знаете что? Это горячий источник, пить водичку. На этой из Барселоны, там они много делают таких животных, такой мозаики. Это просто какой-то старый советское. Поделка, смотрите, какой ужас. Зайку лев поймал. Лав-гав-гав-гав.